ДТП произошло почти два года назад. По данным следствия, 46-летняя потерпевшая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора и ее сбил кроссовер. И вроде бы вина очевидна. 71-летний водитель Владимир Балабас сначала дал признательные показания, но потом шофера как будто подменили. От своих показаний он отказался и решил воспользоваться показаниями Ольги Солоницыной, которая Сама подошла к водителю после аварии и заявила, что якобы видела момент ДТП. При допросе в качестве свидетеля дала заведомо ложные показания. В частности, она заявила, что потерпевшая сама упала под колеса автомобиля, пересекая проезжую часть по улице Лепси в городе Кирове. С Ольгой Владимир был незнаком. После ДТП водитель позвонил ей о даче показаний, они договорились в кафе. В итоге следователи зафиксировали показания Ольги, а также ее знакомой, которая заявила, что Солоницына не могла видеть момент ДТП, так как стояла к дороге спиной. С такими противоречивыми мнениями уголовное дело было направлено в суд. В действительности ее показания не нашли своего подтверждения, были опровергнуты как в период предварительного расследования, так и в судебном заседании. В дальнейшем Виновник аварии был привлечен к уголовной ответственности. Водителю Владимиру Балабасу за сбитого пешехода суд дал полтора года ограничения свободы. Также ему нужно выплатить потерпевшей 400 тысяч рублей. После этого приговора к ответственности за дачу ложных показаний привлекли и Ольгу Солоницыну. Она отделалась лишь штрафом. Суд согласился с мнением государственного министра прокуратуры. С учетом наличия смягчающих наказаний обстоятельств определил, и женщине наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Свою вину Ольга отрицала, решение суда она обжаловала, приговор не вступил в законную силу. Михаил Вагин, место происшествия.